Кожна нова зустріч з цікавими і працьовитими людьми – це подарунок долі. Яке щастя, що ми можемо усім цим поділитись з вами, дорогі наші дачники і городники. Тож цього разу дорога нас привела до заквітченої садиби і малиново-ягідного раю, створеного доволі відомими на Чернігівщині господарями Наталією Юхімівною і Олексієм Олександровичем Горогоцькими. Ми безмежно їм вдячні за щирість і готовність ділитись з людьми своїм безцінним досвідом. Тож найбільше нас вразила працелюбність цієї родини і професійний підхід до справи. Із попередньої передачі ви вже дізнались від Наталії Юхімівни про певні особливості при вирощуванні помідорів і деяких сортів малини, таких як феномен, ляшка і ремонтантний брусвяна. Сьогодні ми продовжимо свою розповідь про вирощування на цьому городі інших ягідних і овочевих культур і зупинимось детальніше на їхніх сортових особливостях. Та якщо ви хочете їсти малину ціле літо, то ви повинні підібрати і посадити ранні, середні і пізні сорти. Тож, може, вам до вподоби будуть саме такі, як Сенатор, Юстина, Сонце Києва, Геракл, Глен Ампл чи Райська Насолода. Їх багато, а обирати, звичайно, вам. Це малинка літня, сорт Глен Ампл, середньо-поздній сорт. Поэтому, видите, так как там было изобилие малины, то тут еще только-только начинается. Вот самая первая малинка идет. Но зато ягода, конечно, шикарная. И по урожайности, наверное, она сродни только феномену. Вот, приблизительно вот такой вот может быть. Хотя ягода еще крупнее. Ягода крупнее и... По вкусу, пожалуй, она немножко будет более такая насыщенный вкус. Ну и это круглее по форме, товарная, очень красивая ягода. Но обязательно подвязывать, очень высокий сорт, подвязка обязательная, обязательная. Ветки, видите, какие длинные, вот эти боковушки длинные идут, тяжелые, надо обязательно подвязка. Этот сорт Глен Ампл. Сорт обалденный, сорт шикарный, вкусная ягода, но, как всегда, в бочке меда есть капелька дегтя. Для нашей местности именно, чем он проблематичный, что бывает, подмерзают побеги зимой, и тут уже ничего не сделают. Корни не вымерзают, еще раз повторяю, подмерзают побеги. Вариант укрытия, ну вот можно, посмотрите, какие побеги. Их надо пригибать к земле, связывать, пришпиливать к земле и укрывать. Но это укрывать можно снегом, если он есть. А если нет, вот любой другой укрывной материал, проблема в этом. Вот даже наглядно, вот согнувшийся побег, да, вот он, верхушка целая, а тут подмерзли почки. Бывает, вот тоже наглядно, видите, есть низ, есть верх, а вот почки, где на сгибе, подмерзли. Ну що ж, немножко менше ягод буде, що поділаєш. Зато хороше. І ще один отрицательний момент, коли знімається, якщо вона чуть-чуть ще не доспівша, отривається вот эта часточка, остаються зернышки. Це треба приспособитися іменно. Я вже приспособилась, у мене не знімається. Поэтому я тільки її убираю. А якщо мої приїжджають, от діти, то их не пускаю, они не умеют это делать. Не потому, что они не умеют, а потому, что надо приспособиться. А просто вот так вот брать, срывать как феномен, вот как ляшку, она так не снимается. Найбільше ж здивував нас своєю щедрістю смачний літній сорт «Гусар». Дивіться, як рясно вродив, і це при тому, що його зовсім майже не підживлювали, а він гусарить наповну. Це сорт літній, обратно ж, тому як, видите, ягодки тут полним-полно. Сорт «Гусар» – це не новий сорт. Но по урожайности и по устойчивости к заболеваниям это, пожалуй, ведущий сорт.
любимый сорт. Ягода очень вкусная, темно-малиновая. По урожайности он всегда, каждый год есть. Но в этом году питание ему попало по минимуму, поэтому немножко мельче ягода в этом году у нас она. Но тем не менее, ягода красивая. На этом месте он уже, наверное, лет 8, поэтому планируем его перенести, потому как уже и побегов совсем мало дает. Это уже признак того, что ему тут не хватает питания, надо обновить почву. Наступний сорт теж літній, але янтарно-жовтий, тому ця малина посаджена окремо, навіть на іншому боці городу. І вона дуже солодка, смачна і приваблива. Этот сорт тоже летний, как понятно, из ягоды. Ягода спеет уже. Это желтый гигант. Ягода вкуснейшая, это, пожалуй, самая вкусная ягода. Притом ягода считается диетическая, так как есть люди, у которых есть заболевания, непереносимость красного цвета. Вот. Поэтому только на желтую ягоду переходят. Поэтому желтая ягода тоже ценится. Размножается как обычный сорт, все как обычно идет. Нормировка тоже как у обычной малины. Единственное, что цвет другой. Ну а по вкусу это одна из самых вкусных. Это вообще супер. Дети облюбовали два сорта у меня. Вот эту желтую и рядом черная. Это два любимых сорта. Тропа туда, тропа сюда. Тож йдемо і ми тією тропою. І знову дивуємось, бо бачимо незвичайну малину, схоже більше на ожину, хоч поки що і зелену, але дуже рясну. Питаємо, що ж це за чудо малина? Вот эта малина, это черноплодная, сорт Кумберленд, середньопозднього срока созревания. Смотрите, как она, насколько она урожайна. Из-под каждого листа идет цветонос, как у каштана. Когда цветет, это вообще загляденье. Ну, а дальше созревание. Ягода не очень крупная, но ее на кисти много. Созревает она, где тот связующий идет между летней малиной и ремонтантной. Вот она заполняет вот этот промежуточек свежей ягоды. Как ее формировать? Вот она, видите, вот это молодой побег. Идут боковые побеги. Можно оставлять такие побеги. Вот. Можно делать арки. Тут фантазия. Делается арка, сажаются побеги два рядом, связываются верхушки. Вот, и получается вот так вот, и получается арка. Здесь вот можно формировать деревом, но единственное, тут надо делать обрезку по 30 сантиметров оставлять, вот как сделано у нас здесь. Видите, коротенькие веточки, потому что если длинные, она просто не вытянет, ягода будет мельчать. А так ягода, видите, на боковых, на всех такие вот ветки ягод. Очень сладкая, и вот по вкусу я даже не могу передать вкус. И шелковицу напоминает, и малину, и ожину. Даже вот такой вот играющий вкус. Когда она созревает, она черная, то она еще не спелая. Она будет горечь немножко иметь. Надо, чтобы она таким вроде как налетом покрылась сизоватым. Вот тогда она сладкая. Тогда она в рот ложишь, она тает во рту. Росте ця цікава і смачна малина на окремій галявині. А ми, заінтриговані цією новиною, питаємо, як же вони її розмножують. Розмножається вона дуже слабо. Якщо ви хочете її розмножити, то треба нагибати от ветку і укоріняти верхушки. Обламується верхушечка і в землю. От тоді вона приймається. Или же вот эти вот верхушечки наклоняете, если вам надо много побегом. Но надо прищипывать верхушечки и в землю. Тогда она укореняется. А так боковых побегов, видите, она практически не дает. Побег, два замещения и все. Вот. Здесь только один маленький, один большой. Все. Вот эти побеги замещения. Здесь вот у куста два побега замещения. Очень мало дает. А так как вообще поросли, то практически не дает. Если размножить, то только укоренением верхушек. Тут же, поряд з чорною малиною, ціла галявина кущів з різними корисними ягодами – смородиною, порічкою і агрусом.
і наші господарі невтомно за ними доглядають. Мульчують, підживлюють, підв'язують і, звичайно ж, збирають. А Наталія Юхимівна, як і будь-яка жінка, жартуючи, зразу ж прикрашає себе цими смачними і привабливими кліпсами. Правда ж, гарна господиня? Вирощуємо дуже багато смородини і парічок різних сортів. Все не можу навіть пересчитати, скільки сортів. В общій сложності більше 100 сортів парічок і смородини. Крижовник дуже хороший у нас, крупний, вкусний. Есть очень много, спрашивают, не колючий крыжовник, а мы почему-то предпочтение отдаем слабыми колючками. Колючий убирать плохо, хотя он самый вкусный колючий. Вот. А редкие колючки – это как бы два в одном. Там и вкусный, там и убирать хорошо. Не колючий, он, как обычно, уступает по вкусу, и он недолговечный. І щоб уся ця смакота не переводилась з роками, Олексій Олександрович щороку закладає восени чи навесні ягідний розплідник і таким чином постійно оновлює найкращі сорти. Тут у нас розположений небольшой питомничок. Ми ті самі, так сказати, любимі, самі лучші сорта робимо. Черенки и осенью или весной, когда получается, высаживаем их на такую вот грядку. Вот. Когда вырастают, значит, осенью можно будет уже выкапывать и сажать. Черенки выбираем тоже, там специальная технология, не все подряд. Берется однолетние побеги, средняя часть выбирается. Выбираем, где лучшие почки. Чтобы хороший был саженец, надо, чтобы верхушечная почка была мощная, красивая. Вот. И такие черенки высаживаем в грунт. Весной, если сухо, надо поливать. Осенью, если сажаем, значит, тоже посадить и полить. Вот. А в дальнейшем прополка. Здесь уже, наверное, раз в 8 пропололи мотоблоком. Специальный прополочный мотоблок и вручную раза три. Вот, и еще придется не один раз прополоть. Однолетний саженец укореняется, значит, вот этот черенок и дает один побег. Оставляется одна почка сверху над землей. Вот это считается стандартный однолетний саженец. Потом, когда его сажают, люди рекомендуют обрезать на 4 почки, чтобы на следующий год образовался куст. Но мы выращиваем таким образом, чтобы у нас было побольше прикорневых почек. Вот, и не рекомендуем обрезать при посадке. Тогда получается, что человек сажает, и в первый же год он пробует ягоду из этого сорта. Вот. И куст образуется не за счет почек на побеге, а за счет прикорневых почек. И из этих эти веточки потом, каждая имеет свой корень, образуется настоящий куст. Когда обрезать на 4 почки, образуется не куст, а дерево. Один ствол и 4 ветки. Это дерево. У нас образуется куст. Тут смородина, крыжовник, поречки. Порядка 30 сортов. На своєму городі подружжя Горогоцьких застосовує усі можливі методи органічного землеробства, а потім, порівнюючи результати, використовують найефективніші. Вони не втомлюються експериментувати з будь-якою культурою, аби отримати бажаний врожай та ще й на насінні зекономити. Тепер і ви будете знати, як їм це вдається. Морковку і лук обов'язково сажаємо вместе. Це друзі, друзі по житті. Вони друг друга захищають. Вони друг другу допомагають. Тому ми теж не проти цієї дружби. Но коль семена зараз дуже дорогі, сеємо морковку, стараємося голландський брати, там все-таки більш товарна морковка і вкусна. Є такий сорт «Суперскарла», це взагалі, ми вважаємо, ідеальний сорт. Дуже подобається. Во-первых, сладка настільки, що
Вот. Но коль дорого, надо экономить. Вот для экономии муж сделал мне маркер. Вот такой вот маркер. Что я делаю? Натягиваю шнур и по шнуру иду маркером. Сейчас земля сухая, а весной-то она влажная, там сразу видно. Вот луночки. И беру в луночку по 2-3 зернышка. Для чего это делается? Во-первых, экономия, а во-вторых, вы же посмотрите, ее не надо прорывать. Когда морковная муха летит, когда слышит запах. А если вы ее не прорываете, запаха нет. Прошла только, траву выбрала тихонько, и все. А дальше она растет без проблем. Гарний врожай цибулі пані Наталія теж вирощує без проблем, рятуючи її від ведмедки у цікавий і дуже простий спосіб. Сейчас, вы знаете, перешли на лук, который сажается осенью. Во-первых, у нас времени больше осенью. А во-вторых, лук хорошо сохраняется. Ну, есть сорта разные, есть ранний, который вот у меня еще тая не закончилась, а уже новый пошел, поэтому тоже хорошо. Вот. На зиму немножко укрываем листьями, не для того, там, что она вымерзает, или она прекрасно зиму переносит. Но у нас очень много медведки было развелось. Поэтому я прикрываю листья, чтобы ей не было солнца. И она уходит дальше шукать другие кусочки себе земли, где солнце, а лук обходит. Поряд з ягідним розплідником – звичайний собі город, де росте картопля, кукурудза, гарбузи з кабачками, перці та огірки. На подвір'ї ж сортовий виноград і величезний горіховий кущ для онуків. І все це на великій галявині серед лісу. Та який же город без чеснику? А тут його, дивіться, яка величезна грядка і майже увесь із стрілками. Просто дивина. Стрілки ми не убираємо, ми збираємо семена. Часть реализуем, а то для посадки себе. Семена тоже сажаем на сеем на осень. Их надо не сажать, а именно сеять. Чеснок выращиваем уже несколько лет вот таким интересным способом. Сажать стараемся осенью как можно раньше. Мы не затягиваем до поздних, вот перед заморозком, после покрови там сажают. Мы стараемся в сентябре, как только есть возможность, сразу посадить. Почему? Он должен до морозов укорениться. Если укоренился, он никогда не замерзнет. Если посадить его без, поздно, он не успевает укорениться, вот тот чеснок подмерзает. Вот. И сажаем мы его не очень глубоко. И вот, как вы видите, обязательно мульчируем. Мульчируем листьями. На зиму замульчировали. Весной, если где-то, что вот, особенно у нас вот этот кенгуренок, и который выходит чеснок из семян, то там идут тоненькие побеги, там немножко разгребаю, помогаю, чтобы они вышли, а потом обратно мульчирую назад. И так целое лето, я его не полю, я ленивая, поэтому если где-то там в течение лета что-то вырастет, я его сорвала, прошла, и все. Полюбились мне сорта консервные, баклановские. Дальше кенгуренок, вот он, и любаша. Любашу люблю за то, что он хорошо хранится. Вот, кенгуренок – это полуострый. Вот, здесь, вот видите, вот это посажен из семян, однозубочками. Вот, а на следующий год уже будет хорошие головочки, вот такие, как здесь. Вот. Семена кенгуренка собрать очень сложно. Почему? Не каждое стебло дает семена. Вот видите, где семена находятся? Вот они. Вот. Рядом вот нету сколько. Ну вот ищу. Вот семена дает. Вот он. Вот семена. Прямо в стебле. Вот есть семена. Вот. А это все пусто. Так что семян очень мало дает. Но мы стараемся все через семена пропускать. Пусть немножко дольше получается, но что поделаешь, зато качество чеснока, и он же не болеет тогда. Ось ці справжні господарі Наталія Юхимівна і Олексій Олександрович Горогоцький з великою любов'ю створили для себе і своїх дітей цей малиново-ягідний рай.
А для власної насолоди пані Наталія ще й прикрасила свою садибу чарівними квітами. Все цвіти – це для душі. Как бы не черенкуем, не размножаем, а просто люблю, когда выйдешь, вот, уставший, глянул на цветочек, и так настроение поднялось, все хорошо. Очень много роз, есть вьющиеся, есть кустовые, много клематисов, много роз. Есть, вот, увлекаюсь лечебными травами. Вот это у нас чабрец, это лечебная трава, чем он ценен, это чаи, обалденный чай из него. Помимо того, что он вкусный, это еще и лечебный, так как от кашля 2-3 дня попьешь, и оно все проходит. Но там надо состав делать, не сам один чабрец, а вот добавляют лаванду, тоже у меня посаженная. Лаванду, вот эту вот клевер-кашку, вот эту белую. И имбирь добавляю обязательно, вот это недели по две даю детям даже пропивать, внукам своим, чтобы они как бы поднимают иммунитет, укрепляют здоровье. Ну а если кашель приключится, то, конечно, чем все таблетки глотать непонятно какие, то вот это средство исключительное. Вот. Есть еще чабрец, есть вот лимонный, с запахом лимона. Вот он маленький такой, еще только размножаю его, но очень нравится. Он и цветет так нежно. Хоч і каже Наталія Юхімівна, що ці квіти для душі, та вони теж потребують багато уваги і її турботливих рук. А відчувши ніжні дотики своєї господині, вони довго-довго квітнуть на радість усієї родини Горогоцьких.